Вот человек, прошедший ПП на каяке. Ну, положим, не до конца. Жизнь вообще каякера в нашей стране, да и вообще во всем мире полна множества случайностей. Вот вроде «Прощай, Родина» такой мощный, тупой порог. Что не делай, все равно в бочке на каяке кильнет. Опа. А тем не менее, опа, и не кильнуло. А в ПП, ну, недаром он так называется. Там вообще ничего предусмотреть нельзя. Повезет, не повезет. Ну, блин, результат прохождения.